Всем привет! Ну что, вот я наконец-то и приехал на речку, на рыбалку. Сегодня, по вашим многочисленным заявкам, я приехал сюда с дядей Толей рыбачить. Дядя Толя не один, с подругой. Ну, поэтому он, видимо, и пропал с моего канала. Не было его видео очень долго. Вы все интересовались, где дядя Толя, где дядя Толя. Ну вот, он нашел себе подругу. Ездил с ней на рыбалку целый год, видимо. И вот туда он, видимо, и пропал. Ну и сегодня он со мной. Приехали мы вот на двух машинах, расположились уже. Уже собрал я 6 снастей. Сейчас здесь буду расставлять вдоль берега. Приехал в незнакомые для себя места. Ехали совсем в другое место, но там не получилось остаться, было занято. Но место, в которое мы сейчас приехали, совсем не хуже. Мне даже очень понравилось, поэтому вот здесь остались. И деревца есть, все разложились здесь уже так серьезно. Будем рыбачить. Берег вроде бы тоже нормальный. Есть где расставить закидушки. Плюс дядя Толя взял лодку с мотором. Сейчас отправимся расставлять какие-то снасти. Не знаю, смотреть вообще, что здесь в округе творится. Потому что я здесь первый раз, не знаю эти места. Посмотрим здесь берега. Где какую снасть можно поставить, не знаю, на сама, на амура, на сазана. В общем, как всегда, рыбалка не будет на одну какую-то рыбу отдельно. Будем пытаться ловить все, что здесь можно поймать. Сейчас соберу спиннинг тоже и отправимся в путь. Ну и дядю Толю сейчас вам покажу. А вот и он, дядя Толя. Привет. Туда. Туда, к барьеру. Ты стрелять будешь, что ли? Вот вам дядя Толя, просили, вот и он. Пойдемте сюда. Не, сюда пойдемте, камера-то вон. А, туда? Конечно. Ну давайте, рассказывайте. Когда где... катился такой... Ага, где пропадали год? Ну как где? Сейчас что-нибудь придумывать будет. Я им уже рассказал, где вы были. Думал уже сочинять начать, ну ладно. Все, короче, сейчас будем рыбачить, посмотрим, что из этого получится. Снасти собраны, дядя Толя ленивый, как всегда. У него катушки, все есть, короче. Тебе еле заставил собрать. Но рыбачить он не хочет, короче, это все собирать. Просто разложил вот там. Просто разложил все на берегу. И вон там он валяется, все, а собирать не хочет снасти. Короче, вот так вот. Рыбачить придется опять мне, всю рыбу ловить и отпускать. А дяде Толе только нервничать останется от этого. Все, посмотрим, что из этого получится. Поехали. Вот так, в общем, расположились. Вот я говорю, он разложил здесь свои снасти. Вот так вот просто повытаскивал из ящика. А собирать ничего не стал. Вот такую палатку себе он соорудил здесь. 2 часа ее собирали. Че гонишь-то 2 часа? Да, 2 часа минимум. Все. Вот такой берег здесь тоже интересный. Здесь, правда, мелко. Вот возле берега есть глубина. А вот дальше уже там видно, вот мель прям идет. Посмотрим, попробуем здесь. Сейчас я пройдусь, в общем, вниз, осмотрю там, что за берега. Вверх пройдусь, тоже осмотрю. Будет понятно, где здесь и закидушки сейчас расставить, где на спиннинг нужно будет половить. Ну, может, на сама поставить какие-то снасти. Ну и плюс на лодке еще прокатимся, тоже глянем. Там протока есть, вот там дальше остров. Может быть, где-то на амура, может, поставим. В общем, будет видно, как действовать. Но здесь вряд ли я буду рыбачить, потому что мы здесь расположились. Шуметь будем и все такое. Ну, может быть, где-то вот здесь подальше поставлю пару закидушек. А так интересные, в принципе, места. Надо, в общем, осматривать идти. Ну что, вы в этот раз намерены хоть одну рыбу поймать? Конечно. А прошлые разы? Я всегда ловил. Ну-ну. чья эта лодка? А сейчас? Моя. А почему ее я качаю? А кто, блин? Логично. Чё, если моя, значит, я должен... А когда ты будешь кататься, чё? Когда я катаю. А вот так вот, да? Да, а как ты хотел? Хочешь кататься, да? Качаю лодку. Понял. Чё, якорь будем брать? Якорь нам не нужен. Что, веревки нет здесь? Нет. Ага. Ну, все. Подожди, не надо. Колышек есть? Повыше подкинь. Нормально. Я говорю, повыше. Нормально, я говорю. Тише, тише. Чего вы боитесь за эту лодку? Нет, чтобы мотор ставить. Ну как раз там и в глубину. Глубоко, надо в воду заходить. Зачем я через лодку пройду? Ты пройдешь? Конечно пройду. Под углом стоит. По дыркам ставь. Фу, дядя Толя командует. Каждое движение сопровождается командой. Это вообще нормально? Молчать. Хорошо. Молчу. Ты говори, молчу, слабый характер. Что-то пошло не так. Ну чё? Сейчас чуть-чуть прогреется. Чё думаешь, может быть жерех? Фу, может быть. А? В смысле может быть? Он здесь есть. Места-то видите какие интересные. Куда? К рыбе. Чуть-чуть ближе подходите туда, чтоб я добросить мог. Все, можно на малом ходу, чтобы не шуметь сильно. А вот здесь и змееголов может быть. А? Змееголов может быть. Обследуем, в общем, эти места пока что. Плаваем туда-сюда со спиннингами. В общем, выбрал я несколько мест под установку закидушек. Ну, здесь, скорее всего, лучше на поплавочку рыбачить, потому что коряк много, на закидушку клюнет. Потом не вытащишь. Прошелся по берегу. Сейчас поплавали, в общем. Мест особо интересных нет. Есть немного выше места, где на Амура можно поставить. Но на дяде Толином моторе, пока туда доберешься, это просто капец. Сколько времени уходит. Поэтому буду что-то с берега придумывать. В принципе, здесь берег такой обрывистый. Места есть. Наверное, просто коряк здесь много. Ну ничего, буду выбирать сейчас места, закармливать. Уже вечер, только расставлять буду. Приехали утром, пока прокатались туда-сюда. Будем пробовать ловить. А здесь, наверное, на поплавочку. Завтра можно будет попробовать. сазанчик. Ага, тянет. И что-то там мелкое. А, не, у меня просто катушка. Да, там мелкий. Ну не, этого я точно отпущу. Даже не надейтесь. А на это, то есть, да не, вы чё. Маленький. Блин, как я этот подсак не люблю. Он же где-то побывал, что ли. Не, что-то он тоже, что ли, не рестился, такой маленький. Что-то весь какой-то... О, еще один. Ничего себе. Не, нам надо 2-3 кило. А там кто? Карась, что ли? Карась нужен? Не, на сама я не буду его ставить. Что-то в нем одна голова, смотрите. Плоский. Мы поймаем нормальную рыбу обязательно. Клевать начала. Непонятно, что-то звенело, звенело. Да, карасики, наверное, ага. Говорю, караси подошли. Думал, первый день так серьезно не рыбачить. Просто понемногу прикормил. Закинул, сейчас под вечер что-то клев начался. Конечно, караси в основном клюют. Тут же пару карасей, один сазанчик. Но все мелочь. Думаю, если здесь нормально я покормлю, то уже кто-нибудь и посерьезней подойдет сюда. Посмотрим. Сегодня чуть-чуть обследовали берега, то все. А завтра начнется рыбалка. С утра, думаю, со спиннингом отправиться на канал. Наверное, там рыба-то должна быть. 6, в общем, закидушек я поставил. Из 6, 3 уже с поклевкой. Клев пошел, как солнце село, один за одним. О, вот тот утащил вообще. Вот там, наверное, сазан сидит. А может, еще кто покрупнее. А здесь, наверное, все-таки карасик. Вобла. Угу. На сама я жереха буду ставить. Так, а вот здесь кто-то, видать, покрупнее. Здесь прям утащил. А как мы так прозевали? Ну, вроде бы тихо-тихо. Ох, ничего себе, там кто-то дергается. Еще и в корягу, да, наверное, уже ушел. Тоже маленький. А как он так утащил-то, понять не могу. Ну, неплохой, слушай. Не знаю. Килограммовый, наверное. Да, не какой там килограммовый. Это сидит, новорожденный. Таких я точно не беру. Так он еще с пузом. Что тут есть? Ну как, ну блин, это же еще ребенок совсем. О. Пусть плавает. Завтра крупней поймаем кого-нибудь. В общем, утро. Здесь что-то натянуто вдоль берега стоит. Кто-то, наверное, там был. Уже, наверное, никого нет. Скорее всего, да. Просто зацеп уже остался. Но кто-то был. Поклевка точно была. Сейчас буду переставлять все. Посмотрим. Ну, клев есть, в принципе. Но пока караси и мелкие сазанчики не снимал уже. Вчера ночью вообще допоздна сидел. И карасики, и сазанчики одного размера. Пока другой рыбы не было. Вон, смотрите, змееголов ходит вдоль берега. Вот так я здесь мест не нашел, чтобы где-то змееголовые были. Только если вот так вдоль берега и ставить по ставухе, наверное, можно его поймать. Хорошая глубина, да? Да, прилично вот здесь прям яма идет. Я сейчас матрас спущу, но мы на машине сгоняем на канал, да? Давайте. Поехали. Вот сюда вот. Эй, хвост чешуя. Чего не рыбачите? Я рыбачу. Моими руками? Ну. Классно. Да здесь, здесь. А, здесь сазан. Ух, ничего себе, он под берег. Ого, какой шустрый. Эй, блин, небольшой. Я думал, там кто-то огромный. Блин, сильный какой. Маленький совсем. А сильный такой. Не хочу подсаком доставать, потому что подсак рвет им плавники. Ну, блин, пока никто крупнее не клюет. Все вот такого плана одинаковые. Сарделька. Там где-то еще есть поклевка, похоже. Собрались поехать на канал, доехать, попробовать там что-нибудь на спиннинг половить. Никак уехать не можем, поклевки идут, вон там дядя Толя ловит. Че там, огромный? А, в ваших глазах каждый малек нормальный. Ой, ё-моё. Ой, все клюют, смотрите. Все три. Стая подошла. Ты тоже отпускаешь? Дядя Толь, делайте, что хотите. Я ж вам не это. Блин. Капец. Дурацкий подсак. Ну блин, сазан, ну ты чё так? Чё? Вот делайте с ним что хотите. А мы посмотрим. Сейчас в нем борются две силы. Что с ним сделать? Да там все клюют. И везде мелочь. Че, отпустили? Молодец. Видите? Исправляетесь. Так, здесь никого уже. Здесь, наверное, тоже. Ничего себе, они все здесь разом. А нет, здесь кто-то еще есть. Ну, начало лета. Сейчас пока такие будут клевать. Эй, куда пошел? Ну, зато какие сильные они. Хоть и мелкие. Мне кажется, тут побольше. Да. Вот этот хороший. Дядя Толя. Вы что, никогда хорошую рыбу не ловили? Я понять не знаете, как она выглядит. Так, попытка номер 2. Че? Че не снимаю? Вам подарок. Вес взвешивал сколько? Ага. Может, за килошка? Нет, здесь не было. Вы же любите взвешивать. Классный. Ты что, мне сюда взял, чтобы я рыбу отпускал специально? Я же сказал, что поймаю вам нормальную рыбу. А? Не, не буду, зачем? Сейчас мы уедем, здесь все начнет звенеть. Я так понял, они сейчас без остановки будут здесь клевать. Ой, молодец, дядя Толя. Сердце кровью обливается, но отпускает. Есть такое? Ну. У корейца бы инфаркт был. Пойдемте, я вас обниму. Чего? Молодец. А я. Ну что, все, навстречу приключениям. Да, машину вы конкретно ушатали, пока я вас не видел. Сзади тоже бампер сломанный. Задом сдавал, дверь не закрыл за эту, а там не видно было мне прямо. Что, не прокатило? В общем, съездили на канал, по берегу проехались. Попробовал на спиннинг что-нибудь половить. Вообще тишина. Жерех даже не плещется. Потом к вечеру на лодке надо сплавать еще куда-нибудь. Там нашли вроде бы одно местечко интересное. Надо будет попробовать там половить жереха. Да пока сазанчиков будем ловить. Они вроде бы клюют отменно, но пока размер не тот, что надо. Сделал заброс, короче. Только вот упала она. И сразу поклевка. Начал фрикцион настраивать, то все. Ух ты, хорошенький сазанчик. Сразу же клюнул. А у меня подсака, ничего нет. Ну, может, также вытащу сейчас на леске. Ах, какой шустрый. А, ничего себе, этот уже какой тяжелый. Ну все, все, успокойся. Но это самый большой на сегодня. Вот такой вот. Красавчик. Сазанчик. Оп. Ну так вот, они здесь уже ходят у меня под берегом. Не успеваешь забросить, уже поклевка. Ну-ка, может, еще раз будет так же. Сейчас проверим. Ну, уже хоть укрупняется. Может, все-таки удастся поймать кого поинтереснее. Вот так же я забросил. Начал вот так фрикцион натягивать. И уже потянул. В принципе, думаю, если здесь с поплавочкой сесть, вот таких сазанчиков, здесь можно, допустим, под этим же деревом на поплавочку половить. Не понял. О, говорю же, не успел забросить. Ну, это кто-то не крупный. Что-то трясет так. Вот туда. Угу. Ой. Вобла. Вобла, ничего себе. Вот это вобла. Дядя Толя на уху рыбу собирает. Наверное, но что-то не крупное, это точно. О, вот вам еще одна, дядь Толь. Ага. О, слушай, хорошая такая. Ага. Да? Целый жерех здесь. Жерех? Ну, хорошая такая, крупная. Нате, берите, не хочу руки марать. Че? Хватка пропала. Потеряли свою хватку. Давайте быстрее, уйдет же. О, взгляд хищника. Давайте ловите, что вы? А что? Давайте я буду заподсачивать воблу. Бубенчик снимайте. Фрикцион. От винта. Ага. Что там? Сазанчик. Да я вечером вам поймаю на уху. Это что-то совсем мелкий. Да, да. Вот тут хороший был последний. Ну. О! Наконец-то дождался. Стоять, стоять, опять в корягу пошел. Вот смотри. Вот здесь видишь, сколько масла? Ну. Здесь. Вот еще чуть-чуть добавить, не так много. Ванька тогда: о, что-то у тебя масла мало и добавил. Ну мы же ездили, нормально было. Ну. Да перелили вы масло, я говорю же.